расскажем, как здесь тут выживать все дела. Да я друга жду. Попозже приду. Да не, я пойду встречать. А нет, бутылка. А, есть сидр, ща. Закинь. Бутылка-то есть что-то. Да тут пойло. Так. На всех хватит. Ой, ну что, избегать можно? Да пожраться можно вообще. Можно не уходить никуда. Да. Надо как-то выживать. Вживаться в атмосферу, да? Блять, как же старателям-то выжить-то? Можно. А тянава горного дела как прокачан? Добыча. Так пока еще никак. Считай, что тут. Седьмой уровень. Кирку надо махать. Кирку в шахте надо махать. На шахты, всех на шахты. Я уже сколько раз ходил, даже процента еще нету. 0,60 только. А, нет. 60%? 0,60. Ну, 60. Нифига себе, ты сказал 60%, блин. Да не, это быстро. Садишься, король. Ну как садишься? Если ты фармер, да, крафтер, тебе это, да, нормально поможет. То есть ты в шахту ныряешь и тупо начинаешь долбить. Оно тебе как-то зайдет, если ты именно фармишь. Не пострелушь, я тебе чисто фармер там добыл. А лопата зачем нужна, не в курсе? Да, копать. Копать. А чего копать? Или труп закапывать? Нет, там потом пойдет в зону отчуждения и будешь копать. А-а. В зоне отчуждения будешь копать. Штучки, я там еще ни разу не был, прикиньте, ребят, я туда еще ни разу не там... ходил. Я там еще ни разу, серьезно, клянусь, туда ничего. Я вот это же, мне, как сказать, по косте нужен был артефакт, я его тупо купил с доски, блять. Ну я не, я ходил, помучился маленько, но зато походил там, да. Ну, я туда серьезно вернее. Самое главное этих, синиша? Ребят, да. гайки сопрягите, чтобы аномалии метить. А если идете, то идите лучше, не знаю, там парой, там, трио как-нибудь. Ну да. Находятся такие персонажи, которые около безопасной зоны начинают всех стрелять. То есть ты же туда с оружием не можешь зайти. Да. Вот. А когда ты снимаешь оружие, ты можешь уебать кого-то лопатой, киркой и прочими инструментами. Но это уже другая история. Да, там еще история есть, это здание. Как оно называется на зоне отчуждения такое опасное, где можно так вот умереть? Время охуительных историй. Да, потом так возрождаться непонятно, блять, и не возродиться нихуя. То есть, извини, ты возрождаешься и умираешь. И все внутри. Ребят, меня не было полгода, я физически полгода? Ничего не расскажу. Даже больше. Ну, тут, в принципе, полгода, что тут изменилось, я не знаю. Я сам тут это полтора месяца. Это не моя основа, это всего лишь один из персонажей, понятно, за которых я захожу и помогаю. Такая же, с другим. Такая же фигня у нас тут у всех почти образовалась. Основа вон на тоннелях сидит. Вы закусывайте. Да, вы закусите, ребят. Пейте, да. Не забывайте, что еще закусывать надо. Ну да, спасибо, дружище. Ладно, господа, ваше здоровье у меня тут в реале немножечко есть. Давайте за вас. Все, один пропал. Леха. А он и закусил. Исчез сразу. Да не, он сейчас своей основой хвастается. Леха. Я больше чем уверен. Наверное, сейчас зайдет, скажет мои слова. Ладно, пойду я тоже. Да, давайте, я... всем удачи. Давай, дружище, удачи. Кидай, Костя.